Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами закладку из бумаги для книги или личного дневника. Для этого необходимо вначале нарисовать туловище котика. Теперь нарисуем красивую мордочку. Ну вот мы и нарисовали нашего котенка, теперь его нужно раскрасить. Мне захотелось раскрасить котенка рыжими пятнами, но вы можете раскрасить его по своему вкусу. Ну вот и готово. Осталось вырезать рисунок по контуру. Теперь нужно очень аккуратно вырезать верхние лапки. Наша закладка готова. Посмотрите, какой получился милый котик. Смотрится очень мило и интересно. Как вам такая идея? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока-пока!